обеспечат продуктами и планшетами. Азербайджанская диаспора Ленинградской области поможет самоизолированным жителям региона. Малоимущим семьям и пожилым людям продуктовыми наборами, а школьникам электронными планшетами и техникой, чтобы те могли учиться дистанционно. Инициативу Азербайджанской национальной культурной автономии поддержало правительство Ленобласти. Была создана рабочая группа. Продукты питания в основном это бакалея, фасуют по коробкам. Крупы, консервы и макароны доставляют прямо домой пенсионерам, чтобы те не покидали свои квартиры. Сегодня мы получаем 5000 продовольственных наборов от Азербайджанской национальной культурной автономии. Нам это очень радостно, потому что для нас это уже та помощь, которая с завтрашнего дня начнет распространяться по территории Ленинградской области через глав администрации районов. Я думаю, что мы в ближайшие дни увидим хорошие отклики на это благородное дело. Во всех районах Ленинградской области сейчас работают сотрудники служб социальной помощи. Они забирают и доставляют заранее подготовленные в районных администрациях коробки. Всего в Ленинградской области раздадут более 5000 продуктовых наборов и более 200 планшетов для школьников. Помогут в том числе и петербуржцам. Для малоимущих и пенсионеров подготовили 20 000 коробок с едой и 500 000 электронных устройств.